in my life. Oh, get this shit off me! Get this beta shit off me! Банку помидор в собственную соку закидываете. Специи. Кашет хэша, кстати, был. То есть вы заметили, я попал фиату в корпус, но у меня был рикошет хэша, хоть я его, конечно, уничтожил, но рикошет хэша! Ну ёпта, что это за урон по снарядам такой упоротый, а? За что? Ой, боже, рикошет! Вот так вот. Здравствуйте, мистер Желтый Урон. Всегда рад вас видеть. Присаживайтесь. Критические повреждения, ребят. В кабину два фугаса. Критические повреждения, вертолет летит дальше. Он даже не задымился. Вот это бомбит, вот это я понимаю. Ты хоть себе оставляй ты что-нибудь. А, ну мы не пробили леопарда, кстати, ломиком. А зачем? Ну просто действительно, ну как это так? Большая часть точек теперь под нашим контролем. Точку захватили и это, вот. Так, топ-урон у нас пошел. Шикарно. Так, урон топовый номер два. Классно, прекрасно. Естественно. Всегда бы так танковал на БМП. Ребят, а чё, БМП типа эти? Перегородки у нее типа срабатывают. Смотрите, она горит просто и все. Взрыв, как бы все дела, боекомплект взорвался, но она живая. Это что за новые механики? Бесконечная картавая, спасибо вам. Вот да хуй еду сюда, вот можешь мне объяснить, что я за еб... Топливный бак! Попадание в говновертолет. И его подсосал самолет. Спасибо большое. Попадание! Или рикошет. Я не знаю, что это было, но этого было, не должно было быть, мне кажется. Всегда рад его поесть. А, ну пантера, конечно же. Конечно же, ребят, пантера выжила. Ну потому что, знаете, ФВ-4005, это у него слишком слабые снаряды. Но это не точно. Ладно, окей. Предположим, не мог. Ой, какие рикошеты, боже! Мы в каком году в War Thunder играем? Ой, боже мой, ох ты ж твою мать! Как всегда, выстрел казённик — это отличный выстрел. Ну, тут я не буду его убивать, давайте сделаем вот так. Ой-ой, сам не упаду. Да, все. Хотя бы сам не упал.
Еее, утопили насмерть. Это мы будем долго качать. Хотя 100 мегабит, в принципе, это нормально. Да ладно! Вот это выстрел от души по красоте. На МД никогда не будет. Nope. Гуси. Там что это был за рикошет такой? Это невероятно! Я двоих забрал. Вон он, да, второй рядышком. Лол, ребят, лайк за даблкил. А почему не можешь комментарий на стриме написать? Не знаю, может, тебя забанили. За что? За спам, может быть, какой-нибудь. А сколько можно танкануть снарядов на самолете? Кстати, он улетел. Он не падает, по-моему, да? А, нет, разбился. Но почему он столько танканул, я так и не знаю. Назовем это так. Насхорн, ёпта. Насхорн. Ой, ой. Ой, оу, вот это рассинхроны. Нравится. Обожаю рассинхроны. У-у-у. Всем рассинхронов. Так, справа что-то. Скава. Рада! Вау! Какой удачный выстрел у нас произошел сейчас. Не подъехав поближе, я не смогу выцелить противника. О, снарядчик пропадают. Здрасте. Бомбят. Да ладно, я танканул. Сброс бомб. Это что из меня сбросило? Тандерболт пережили. Кого? А какого хрена? Эх, старые добрые времена. Боекомплект танканул. Критические повреждения. Обожаю. Две пантеры туда заехало. Сразу две. Рикошет! Куда рикошет? Игра, объясни мне! Кстати, Сергей, я на всякий случай хочу у тебя уточнить. Ты вот сейчас оформил солдатский, да, а потом сержантский состав. Ты же заплатил в итоге-то все равно 250, правильно? О, какой дамаг! Выстрелил и... Не успел, походу, выстрелить. О-о-о-о! Так он меня, оказывается, и не пробил, тут просто War Thunder произошел. В наших руках. Внимание на карту. Прикройте меня. Да! Специально дождался, чтобы двоих забрать. Ой, по красоте. Оу, красненько-желтенький боекомплектик. Как это классно. Мне нравится. О, какой урон кумулятива по этому Фердинанду. Охрененный урончик был.